И очень не спеша, очень не торопясь подходит Вальбуэна и Бензема. Разыграли опять. И Гризман! Антуан Гризман! Удваивает счет. Как спокойно он реагирует на это. Он только что забил на чемпионате мира. Этот юноша, который заблистал только в этом сезоне на клубном уровне. Его гол абсолютно точно обеспечивает Франции четвертьфинальное место. Ну какое спокойствие, поразительно. Смотрите, во всем этом эпизоде, а ведь французы два раза забились угловых, демонстрировано было, показано нам было, преподано нам было абсолютное спокойствие в качестве последнего окончательного урока, как надо действовать. А кстати, автогол. Похоже, автогол, друзья. Не коснулся мяча Гризман. И влетает этот мяч в сетку от ноги. Как-то мы видели, да? Делает угловой. И вот чего стоил этот угловой нигерийцам. А кто бы мог подумать?